Под угрозой оказалась жизнь ребенка-инвалида в Озерновском на Камчатке. Причина: врач-онколог отправился в отпуск, хотя 15-летнему мальчику нужно постоянно обследоваться. Ему регулярно требуются хирургические вмешательства для удаления опухоли, а перед ними проходится плановая диагностика. К сожалению, в местном онкологическом центре матери ребенка отказали. Специалист на отдыхе ничем не может помочь. С проблемой женщина обратилась в информационный центр СКР, и на запрос отреагировал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СКР.